Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной мы заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня мои желания исполняются, потому что я так хочу. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что обязательно ваше желание сегодня исполнится. Ну а теперь небесное послание на 20 октября. Настрой на хорошее. Пребывая в постоянном напряжении и негативе, трудно получить то, к чему лежит душа. Трудно реализовывать свои планы и осуществлять мечты. Этим посланием ангелы хотят сказать вам, что пора сосредоточиться на чем-то приятном. Закройте глаза и представьте тот час или день, когда вы чувствовали себя в безопасности и были абсолютно счастливы. Когда перед глазами всплывает такая картинка, постарайтесь соединиться с ней, вновь ощутить эти чувства. Чувство абсолютного покоя и душевной радости. Выдерживайте это ощущение и делайте все возможное, чтобы чувствовать его чаще. Помните, что только вы сами ответственны за свое счастье, и только вам решать, с какими мыслями вы начнете этот день. Это то, на что вы можете влиять в любой ситуации. Вне зависимости от происходящего вокруг, настройтесь на хорошее. Верьте, что все наладится. Чем больше позитива вы будете генерировать, тем радостнее и светлее станет всем вокруг. Радость и счастье так же заразительны, как и уныние. Используйте магическую энергию счастья, чтобы притягивать положительное в свою жизнь и украшать десятки других жизней людей, взаимодействующих с вами. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. «Вселенная всегда меня поддерживает, даруя мне удачу». Вот повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно сможете получить именно то, что хотите вы.